4 ноября на территории ВДНХ откроется международная выставка «Форум Россия». Ее участниками станут все субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны. Экспозицию Карачаево-Черкесской Республики будут составлять несколько зон, каждая из которых познакомит гостей с достижениями региона в различных сферах. На минувшей неделе в Малом зале Дома правительства Карачаево-Черкесии под председательством вице-премьера Евгения Полякова состоялось заседание Оргкомитета по вопросам участия нашей республики в международной выставке форуме «Россия». О ходе подготовки доложили ответственные представители министерств и ведомств. В рамках экспозиции Карачаево-Черкесии мы познакомим всех участников выставки с многонациональной культурой народов Карачаево-Черкесии, их богатым историческим наследием, а также покажем преимущества региона в области туризма, бизнеса и сделаем все для того, чтобы каждый участник выставки, придя на экспозицию нашей республики, пожелал посетить ее, либо принять решение о выборе Карачаево-Черкесии в качестве своего постоянного места жительства. Стенд Карачаево-Черкесской Республики планируется разбить на 3 зоны, и каждую из которых наполнить своим смыслом, чтобы каждый участник выставки смог погрузиться в соответствующую атмосферу. О предстоящей международной выставке в форуме «Россия» рассказал на специальном брифинге и министр экономического развития Карачаево-Черкесии Артур Эзауф. «Ближе к горам, ближе к людям, ближе к звездам». Такие смысловые линии будут заложены в основу экспозиции нашей республики. В настоящее время на территории ВДНХ, исторически предназначенная для демонстрации главных достижений страны, уже полным ходом идет подготовка к проведению выставки. Всего будут задействованы около 70 объектов инфраструктуры общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров. Кроме того, на территории будут возведены временные павильоны международной выставки форума «Россия», строительство которых уже началось. Расположены они будут перед аркой главного входа на центральной аллее, в Северном сквере и на Октябрьской площади.